По поводу помощников, которые работают над видеоработами, это большое спасибо хотелось бы сказать по последнему клипу, который покажет на Иван, это Дмитрий Толкунов, который очень известный и без всех вот этих моих, так скажем, заслуг, которые покажет на Иване, да? Но он тоже гайчанин, да? Нет, это оренбургский человек вообще, он человек-шуба, как его еще называют. Людям, кому будет интересно, в интернете можно забить даже человек-шуба, и там море просто про него всего будет, так как его оценили и голливудские звезды. Ну, это тоже такой человек, который на большом вообще уровне на самом деле работает. Большое спасибо, конечно, хотелось бы сказать Дмитрию Алексееву, который монтировал клип для Ермака как раз-таки, Семену Рассохину, который снимал материал для Ермака. Вот. Ну вот в целом, как бы команда, наверное, у меня вот такая вот.